Группа компании «Гавриш» предлагает сорт томата «Пятница». Это низкорослый сорт, он является очень жаростойким, а плоды у него довольно массивные, массой достигают 220 грамм. Сорт является среднепоздним, от всходов до плодоношения доходит до 120 дней. Растение высотой достигает 1 метра. Значит, плод у него плоско-округлый, ярко-розовый, глянцевый и не растрескивается. Гибрид этот очень урожайный, с хорошим качеством салатных плодов, устойчив к фузариозу и вертицеллезу. Значит, урожайность этого сорта от 5,5 до 6,5 килограмм на квадратный метр доходит. Номер партии 172-56А, количество семян 12 штук упаковки. Семена бирюзового голубоватого оттенка, красивые, ровные. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук в упаковке.